Так, смотрим Моргенштерн. Вот это. Ой, бля, тут жопы какие-то. Бля, пацаны. Вдруг меня забанят? Я буду так смотреть сейчас. А вдруг меня реально забанят? Я боюсь. Тупо пермачом меня забанят, что ли? Очень красивое лицо. И там весь клип такой? Ну, понятно. Очень интересно. Может, еще меньше сделать? Ну, блин, я боюсь. Реально могут дать бан за такие вот сисяндры, за жопы вот эти. Все, это пизда будет, это пизда. Это просто пермачом. Пермачом меня забанят нахер. А можно чуть поменьше девушек? Ну, немножко. Тут сосков не видно, писек не видно, но все равно я боюсь. Что тут? Телочки такие пришли, думаю, вау, мы будем сниматься в Моргенштерне. Либо они бесплатно снимались, либо по 1000 рублей им заплатили 100%. Ой. Что же мне тебе сказать, Моргенштерн? Мне кажется, мне будет пизда. Вот тут нормально вроде бы. Нет, отмена. И песня мне не очень нравится, если честно. Нет, отмена. Твич, пожалуйста, не баньте меня. Я думала, что ну дальше будут более-менее нормальные кадры, но я не ожидала, что прям там будут такие вот жопы и вот эти титьки. Я вот, конечно, женское тело не осуждаю, я очень люблю женское тело, но, блин, ну, пожалуйста, не баньте из-за клипа Моргенштерна, это вообще будет пипец. Я хотела так сделать, я так хотела сделать реакцию на него, но мне песня не очень уже понравилась, не заходит. Ну, послушаем песню хотя бы. Слушаем песню. Клип, если что, здесь. Салам алейкум, ёб... Написал за 2 часа. И я бы подумал, раз уж я такой гений, почему бы мне не написать хитовый альбом, ну, скажем так, за недельку? А вы бы понаблюдали за этим в прямом эфире. Поэтому прямо сейчас вы подписывайтесь на этот прекрасный канал, ставите колокольчик, а уже в январе мы сделаем хитовый альбом в прямом эфире. А вы за этим понаблюдайте. Песня мне не зашла. Смотрите, наконец, как гении работают. А то все эти ваши рэперы пиздят, типа, ой, я работал, блядь, полгода над этим релизом, вложил всю душу. Маныга, дай мне неделю, я покажу, что такое настоящий рок-н-ролл, ебать. Это рок-н-ролл? Все понятно. Ты Хью Хефнер, ну да.
Ну, в принципе, и все. Мы посмотрели клип. Очень круто. Спасибо большое.